Всем привет, меня зовут Кравченко Дарья, я набрала 352 очка. Ну, я тренировалась все лето, и помимо этого я хожу на легкую атлетику. Мой тренер, заслуженный тренер России Валерий Павлович Тонконогов. Я уже занимаюсь 3 года профессионально. В прошлом году я тоже ездила в смену, но в прошлом году заняла 8-е место. А в этом году уже постаралась сильнее. Я стала лучшей в прессе. Я сделала пресс 37 раз. 2.20 я прыгнула. Я отжалась 50 раз. Пробежала километр 3.36. Спорт значит для меня многое, потому что я не могу жить без тренировок. Мне нравится сам процесс соревнований. Я очень волновалась, но все-таки все случилось хорошо. Мне очень понравилась вообще, в общем, смена в этом году. Вот, мне понравилось, как нас кормят, условия проживания. Вот, все-таки много друзей завела из Новгородской области, с Ставрополя девочек познакомилась, с Алтая девочек. Ну, много разных республик, много разных языков. Я даже не ожидала такого.